Что такое? Пока. Да. Геральт. Зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир. Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эски, надсеки ему вены и вставь трубки. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Ой, Сикайфин. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Йен знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится? Господа... Пол чище уже не будет, а меня надо бы протереть. Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Геральт. Понятное дело. Я тоже.
это нормально? Да. Тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново, или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены, а мы будем использовать заклинания. Йен, ты засыпаешь. Вот и нет. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. Может, позже? А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Слышала историю про то, как мы с Цири катались на коньках? Нет, не припомню. Той зимой, когда она тут училась, Цири жаловалась, что я слишком суровый учитель. Поначалу пыталась отлынивать. Потом она попросила меня покататься с ней на коньках. Я не хотел, я раньше никогда не ездил, но она настаивала. И только мы вышли на лед, она начала носиться вокруг меня и кричать. «Нет, не так, работай ногами, одна, вторая. Перекрест, нет, плохо. Пяткой не тормози, ни носком». Нет нужды говорить, что после этого... Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Тонеатот. Мови. Сили. Хоали. Алива. Хандио. Нет. Нет, не позволю. Желтый флакон у меня в сумке. Тихо. Слушай. Холли. Холли. А нет. Мерит, Сиби. Холли. Холли. Конец. Авалак, ты знаешь его? Да. Эльф. Айн Эйр. Знающий. Где Цири? Спрятана. Остров Туманов. Но там... там небезопасно. Охота. Чего охота хочет от Цири? Крови. Старшей крови. Чтобы открыть врата. Нельзя. Этого нельзя допустить. Остров Туманов, где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Брейвейн, Арвейн, Хирейн. На Скеллиге плыви за ним. Во мглу торопись. Быстрей! Я пытался защитить ее, но проклятие! Охота! Еще не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут ее сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. У
Он придет в себя? Не знаю. Ты сам видел. Не все прошло так, как мы планировали. Я сняла заклятие, но... Испытание уничтожило его организм. Судорожные движения пальцев. Зрачки не реагируют на свет. Я видел это уже много раз. Слишком много. Токсины необратимо повредили его нервную систему. И даже если он выживет, вы понимаете. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет, но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Не знаю. Посмотрим. Геральт, я понимаю, что ты торопишься ее забрать. Но ты, мы, не должны действовать вслепую. Ты что-то задумал? Давай, выкладывай. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятеро? В этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалакхе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, Полк. И передавай привет Ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт. Да? Эскин. Были в последнее время интересные заказы? Да нет, но с полгода тому назад в Крейдене, в урочище, я убил мантикору. Быстрая была сволочь. Даже медальон не успел задрожать, как она наскочила. Шрамы показывать не буду. Я уже вышел из этого возраста. Заплатили ты за нее нормально? Ни гроша не дали. Когда я принес ее башку в деревню, староста всеми богами клялся, что о чудовище слышит в первый раз. Что у тебя? Кроме этого грифона, то же, что и всегда. Найкеры, гули, удобцы. Скоро будет год, как я последний раз встречал мантикору. Будь здоров. Геральт? Спасибо. Мы можем поговорить? В чем дело? Ты ничуть не изменился. Я, кажется, слышу недовольство? Нет, недоумение. Люди с возрастом обычно смягчаются, а ты все злее. Мамочка всегда говорила, что я исключительный. Мне приходят другие эпитеты, но исключительный тоже подойдет. Пока. Береги себя. Да? Что такое? Пока. Да?
Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Я вот всегда... Великаны. Моей маленькой Морган завтра день рождения. Не знаю, что будет. Может, топор красивый? Я за тобой слежу. Пусть твой топор никогда не затупится. А с него не спускать. Королева, ты позволишь отвлечь тебя на пару минут? Геральт, ну что ты? Я та же, что и раньше. Кроме титула ничего не изменилось. У меня к тебе непростая просьба. Я хочу просить тебя о помощи. Что случилось? Крах ведь говорил тебе о Цири, правда? Ты ее нашел? Пока нет, но я считаю в шаге от нее. Беда в том, что когда я ее найду, Дикая Охота сразу поймет, где мы находимся. Поэтому я хочу забрать Цири в Каэр Морхен и там дать призракам бой. И поэтому мне нужны союзники. Я не могу сейчас покинуть острова, но я дам тебе моего лучшего воина. Хьялмара. Думаешь, он согласится? О, наверняка. Да еще и обрадуется. Ты же его знаешь. Это точно. Спасибо. Вам его помощь наверняка пригодится. Удачи! Услугу. Как оно, Геральт? Дикая Охота готовит нападение на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Призраки у ворот ведьмачьей крепости? Ты друг моего рода, и я не могу тебе отказать. Тем более еще ни один Анкрайт не снискал славы в битве с такими врагами. Я выступаю немедленно. Спасибо, я не забуду этого. Можем поговорить? Как правиться? Ярлы тебе не ставят палки в колеса? Нет. И они верят в меня. Все, кроме Лугаса, конечно. Ты не пробовала с ним поговорить? Может, ты добьешься его расположения? Не знаю. Он должно быть еще упрямее, чем мой отец. Но я, конечно, буду пробовать. Жаль, когда умирает такой человек, как Бран. Все говорят, что он был добрым королем. Потому что об умершем иначе говорить не годится. Значит, ты с этим не согласна? Бран всю жизнь провел в море, а в его отсутствии распри разъедали острова изнутри. И люди злились, что некому разрешать их споры. Но потом Бран возвращался с добычей, устраивал пиры, мед лился рекой, и люди снова его любили. Будь здорова. Тоже вчера. Новый. Друзей, у нас есть сердце. Хватит для врагов мне об этом рассказывать. Красиво.
Но по мне лучше добрый топор. Да будут прокляты. Молодец, идет черный. Молодой Анкрайт, парень не промах. В одиночку великана убить. Скажу тебе, Геральт, после того, как вы с Хьялмаром одолели ледяного великана, ты для меня один из нас. Я похож на жителя Скеллиги? У тебя сердце Анкрайта. Твоя дочь — первая женщина на троне Скеллиги. Керис будет хорошей королевой. Она знает, чего хочет. И чего она хочет? Объединить все кланы Скеллиги. Трудная эта задача, еще никому это не удавалось. Но Керис девка упрямая. Серьезные планы. Думаешь, у нее получится? У нее есть могущественный союзник. Грах Анкрайт. Есть новости о резне в Каэртролле? Благодаря тебе и Керис мы знаем, кто за этим стоял. Для меня этого довольно. Ты не пробовал изловить берсерков? Они были лишь орудием. Я предпочитаю отрубить руку, которая сжимает меч, а не портить сталь. А что нового на Скеллиге? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды, но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири, но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну что поделаешь? Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. А что с нильфгаардцами? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды, но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Но не бойся, мы прогоним и черных, и дикую охоту. Зажарим двух кабанов на одном огне. В Каэртролле Цири будет в безопасности. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр Морхен. Каэр Морхен в сотнях миль отсюда. На то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нильфгаардом... Геральт, прости, я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае не буду отнимать у тебя время, прощай. Постой! Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда каменного кулака? То есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован в Махакаме, закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайтов столетия. И теперь он твой. Спасибо. Я понимаю, как нелегко это для тебя. И тем дороже для меня твой дар. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Нильфгаардский флагман. Кто знает, у тебя рано? Кто знает. Мой отец тоже.
бледный, а потом умер. Осторожней! Глаз с него не спускать. А башку ты ему отрезал? Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда Фу, треска-то была верная. Друзей, у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Кого еще несет? Поздно что-то зацвели, и пчел мало. Морозы были суровы. Мы с пятерогие 3 года. Я научил тебя всему, что... У тебя есть что-нибудь на... Есть, но я... До свидания. Анна, ты же видел тот умерший лес. Все действительно настолько плохо, как говорят. Мы можем поговорить? Мы с Йен были на Хиндерсфьяле. О, и что вы узнали? Цири была в Лафотене. Она появилась там раненая, деревенские о ней позаботились. Но по ее следу шла дикая охота. Цири сумела сбежать, но жители деревни... Я все знаю. Я уже говорил с теми, кто выжил. Ну что же, хорошо, что Цири спаслась. Надеюсь, вы скоро ее найдете. Дикая охота скоро нападет на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Дикая охота? Ты уверен? То есть, ты нашел Цири? Я знаю, где ее искать. И знаю, что когда найду ее, всадники охоты сразу об этом узнают. Я понял. Я сейчас же начну сбор и отправлюсь в дорогу самое позднее завтра. Спасибо. Не за что. Я вырастил эту девушку и все еще в ответе за нее. Увидимся в Каэр Морхене. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков.
Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Этот город в дождь выглядит угнетающе. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Я сомневался, обращаться ли к тебе. Да, что там? Мне нужна помощь. О, тебе нужна моя помощь? Это даже интересно. Излагай. Я знаю, что скоро дикая охота нападет на Каэр Морхен. Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой. Дикая охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни. Это не бредни. Я убедился в этом довольно болезненным образом, на собственной шкуре. Прости, но у меня сейчас полно своих неприятностей. Я все еще не отыскал свою пропажу, а твоя помощь пошла псу под хвост. Так что я тебе ничего не должен. Золтан? Да! Я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней! Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там. Привет. Береги себя. Эти болваны меня... Счастье настанет сегодня. Куда? Геральт из Ривии, живой и здоровый. Мне нужна твоя помощь в Каэр Морхене. Я хочу привезти туда Цири, а за ней должна появиться дикая охота. Ты не отвернулся от меня, когда я был в беде. И я отплачу тебе тем же. Благодарю. В бою, который нас ждет, твои умения могут оказаться незаменимыми. Я подумаю, брать ли с собой Бьянку. В любом случае, до встречи в Каэр Морхене. Эх ты, растяпа!
шляпа! Ты и тут бывал, и там. Вот ты! Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Тильзоэ Эвейк! Не пристало так беспокоить даму. Ты нашел Деркхофа? Да, он беседовал с друзьями моего отца. Бедняги даже на минуту не могут оторваться от политики. Надеюсь, после коронации они позволят себе немного передохнуть. В Империи наступают какие-то перемены? Ты правда не догадываешься? Император призвал тебя не без причины. Очевидно, что он ищет дочь. Ты много знаешь. Я обязан. Ведь я сын своего отца. А при чем здесь твой отец? Ну как же, он близок к императору. И знает, что оппозиция набирает силу. Настаивает на отречении. Лучшее, что сейчас может сделать император, возвести на трон Цириллу. Но, как известно, рядом с императрицей должен быть император. Мой отец позаботится о том, чтобы был выбран достойный кандидат. Прощай. Император? Ведьмак, что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно. Ее преследует дикая охота. Цири будет в безопасности только в Каэр-Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Сомневаюсь. Дикая охота — это не те мерзкие щитоносцы и не лучники из Лирии. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Вызиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр-Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Хм. Согласен. Я пошлю с тобой Харуф, но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхис. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время. Приведи мне Цири. Да, если она согласится. Насхан Асгвин. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов.